Бриджстоун – компания, которая в рекламе не нуждается. Японскими шинами пользуется весь мир. Ульяновское предприятие – один из резидентов промышленной зоны Заволжья. Площадку посетил глава региона Алексей Русских. Его встретил генеральный директор Джеффри Гловер. Очень хорошо, что есть планы развития. Это говорит о том, что у предприятия есть будущее. Поэтому мы будем всеми возможными имеющимися у нас ресурсами вам помогать. Завод открыли в мае 2017 года. Работать с инвестором начали еще в 2013. Промышленная площадка занимает территорию 80 гектаров и считается самой большой на промзоне. Изготавливают на Ульяновском заводе зимние и летние радиальные шины для легковых авто. На данный момент мощности предприятия полностью загружены. По сравнению с началом 2021 года производственные объемы выросли на 30%. Наши объемы продаж уверенно росли. Нам также удалось обновить продуктовое портфолио и выйти на новые рынки. В целом мы отработали очень эффективно. Более того, бренд Bridgestone стал лауреатом премии «Марка номер один в России». Это очень важное для нас событие. Господин Гловер также отметил, что ульяновское подразделение – это одно из самых современных заводов компании в Европе. А в планах на ближайшие пару лет стать самой эффективной производственной площадкой Bridgestone в европейском регионе. Сейчас на заводе работают 900 человек. Анна Тищенко, Улправда ТВ.